Всем привет, добро пожаловать в Аленку Блог. Сегодняшнее видео я записываю с Викой. И Вика пришла со своей сумкой, и в сумке у Вики... Сумку зовут Елизаветой. Она Стасовна. Это моей бабушки сумка. Ну ты прям можешь в камеру, да? Можешь вот, ее прям двигать. Вот. Ну посмотрите, как красиво. Наклейки тоже бабушка клеила? Конечно. И усики. Бабушка была... Да, да, была. Ну, сумка, конечно, не ля-ля, но... Так, удобно переносить то, что в сумке. Да, да, точно. Мне как захотелось, вот куда же мне их положить? Да. Я решила, и ты положила в Елизавету. А давай я вот сюда еще поставлю стул. Вот так. А, да. И чтобы ты складывала все на стул. Угу. Вам не видно, а у нас порядок. Хорошо. Окей. Давай. Так, я сразу же хочу извиниться за свой русский. Ты... Это как у Петрова и Васечкина. Мне по башке дали, я русский уже забыла, а английский еще не выучила. Помнишь, как они французский учили? Давай, говорит, ты мне на голове. А давай по-гречески. Ой. Зато она по-гречески может. Да, тоже почти забыла. Первый, вот что вытащил, это как это, в студию. Сумки у Вики духи, как вы поняли. Она принесла нам духи свои, самые такие редкие. И которых у меня нет, потому что у нас с ней дубли бывают, одинаковые духи. Как гроссмейстеры. Как, например, гроссмейстеры, то бишь гроссмитс. Вика любит, я люблю. Да. А вот этого у меня нет. Это классика. А это Ivoir, это Balmain. Мне очень Balmain нравится. У меня была Miss B, которую у меня мама спёрла. Это винтаж, Вик? Это, да, это винтаж, но это как сказать? Ну да, винтаж. 70-е. Там сейчас уже даже таких нету. Да, вот это вот. Оформлений. Да, вот это пластик мне так нравится. Он очень такой что вкусный. Что он для тебя? Что он для тебя? Он? Ну, красивый. Ну, наверное, вообще Balmain. Вот это новое теперь пошло. А это, ну, это не то же самое? Это, в принципе, это то же самое. Это новый. Это новый состав. Новая версия. Это Eau de Toilette, а это парфюм. У нас сегодня ногти немножко подкачали, так что, ребята, меньше посуду надо мыть. Посуду вчера мыли посуду. А, вот этот я у Вики даже помню как-то пшикнула. Очень такой пудровый, тонкий. Запах такого хорошего ухода для тела. Ну, мне кажется, кто любит пудру, очень хорошо. А вот это уже более такая винтажная, да? Да. Она такая, присыпка такая, были такие присыпки. Был такой тальк. Тальк. Вот что-то такое. Вот мне, наверное, мне тальк нравится. Не знаю, почему. Тальк ей нравится. Ну, а что они для тебя значат? Рок. Не рок-н-ролл, рок. Рокеры. Это панки-рокеры для меня. Класс. Да. Balmain вообще для меня как кутюр, и как парфюм. Ты бы туфли свои принесла. Надо было. О! Дюра-дюра, идиотка. У нее такие туфли. Да. Balmain. Это вообще. Да. Я не буду говорить сейчас подробности. Ну, слушай, для тебя рок, а для меня вот... Ну, вот это, да, может быть, рок, а вот это такая балет. Вот почему-то. Ну, такой балет, ну, он тальк, такой. Знаешь, тальк, вот эти тапочки, вот эти стертые вот ножки. Вот эти беленькие, тачки. Да. Ну, что-то такое все-таки... Ну, такая. Для меня это вот... И вот такие вот все объеденные ногти. Окей. Ну, и, конечно, с этими ароматами у меня какая-то такая ассоциация, это Париж. И вот я брожу по Парижу, как всегда, куда-нибудь где-то пропадаю. И это, ну не знаю, ну все равно рок. Какая-то кожанка. Ну это всегда кожанка. Ну да. Черный цвет. Черный кожанка. Цвет, объеденные ногти. Черный лак. Да. Ну вот что-то такое. Этот, правда, вот этот Ivoir я нашла в Берлине. Мы зашли в такой клевый магазин, там внизу мы думали, сейчас это как его, там была парикмахерская, была мужской салон, и мы зашли с подругой, с моей, гуляли, и он говорит, давайте заходите, говорит, у меня в подвале, и мы зашли в подвал, и там стояли, и там зеркала, и там стояли такие стулья, и я так Мэй поворачиваюсь, она на меня смотрит, и я на нее так посмотрела, сейчас
нас резать будут. Ну, вообще такой Берлин, слушайте, ну это не Берлин, это была другая, знаешь, хостел. Не Берлин. Но тоже страшно. Ну вот, показываю еще один винтаж. Вот это вот я ходила вот в этом. На дискотеку? Ой, везде. Ой. Вот сейчас вот понюхать, да, ну господи, ну что это? Бабулька. Это Пако Рабан? Туда, смотри. Пако Рабан? Пако Рабан, Ода Металь. Эти люди гибнут за металл. Слушайте, ну это большая редкость. Я такой аромат, я только вот у Вики видела. Я с ним не была знакома, да, и сейчас его было, уже, конечно, тогда, наверное, знаешь, что, Оль, тогда их, наверное, продавали в аптеках или еще где-нибудь. Ну, наверное, но в Греции, скорее всего. Да, опять-таки, в Греции. Возвращаемся, да, не в России. Нет. И... Потому что у нас не было их. Вообще даже, ну, не видела. Это металл. Это металл, да. Ну, пахнет таким чем-то металлом, пахнет горький очень такой. Mm. Что он для тебя значит? Ну, как, наверное, куда ты в нем ходила? Ну, наверное, ты знаешь что? Наверное, все-таки конец 80-х, Греция. Это, наверное, одни из первых вообще духов, которые я сама себе купила на какие-то деньги. Я, наверное, где-то так надо это уши, нефиг уши. Красавица. А я на тебя люблюсь. Какие вы красавицы. Очень. Сам себя не похвалишь? Ходишь как оплёванный. Никто, да. Для меня, да. Это, наверное, 80-е. Это я начинаю только работать или где-то себе покупаю. Это, наверное, такой freedom. Такая свобода. Это когда у тебя ты на лысо побрилась? Нет, это тогда? Было позже. Это было позже. Эту я уже в драмшколу ходила. Столько историй? Да, я знаю. А это все-таки, наверное, это уже после школы. Угу. Потому что у меня, Оль, духи очень долго стоят. То есть я пшикну, потом забуду, что-то мне нравится, я буду ходить прям вот... Сейчас куплю, сейчас накоплю, сейчас куплю, покупаю, пшикаюсь пару раз, а потом он у меня как-то может даже стоять. У меня редко, когда, кроме, знаешь, что у меня? Кроме Кейко Мичери, ты почти... Ну, ваниль, сейчас... это... Да. Да, ты ванильная девчонка. А до этого у меня был мадемуазель Коко Шанель. Вот так вот было. Я тебя вообще было, не ассоциируюсь. Было. Вот. Ну. Вот было. Было такое вот. А, это когда ты снималась, и тебе сказали поменять тень, отшить, и так все. И пошло вот. И мне подарили, и я как-то это, ну, дарят и дарят. У меня, наверное, своего как-то вкуса и не было. И я всегда думала, я в первый раз познакомилась, вот когда мы с тобой стали говорить, мне всегда казалось, что дух должен быть каким-то одним. А, один? Один какой-то дух, и все, и у вас вот вы нашли свой дух. Нифига. Вот у меня так не получается. У меня тоже не получается. Помнишь, мы хотели с Викой «Нашли мой дух». Шерги, Серж Лютан. Да. И такая я думаю, все, мой дух будет Серж Лютан, Шерги, красиво, все, люблю. Но потом опять что-то хочется, и опять что-то хочется. Все меняется. Все меняется. Все меняется. Природа, погода, настроение. Ну, давайте сейчас мы это... Давай, next. Поговорим о мужчинах. Ну, это я купила для мужа. Да. Я сразу же достану свою штучку. Сначала вот это я познакомилась с Карта Дармения. Карта Дармения? No. Это Санта Мария. Санта Мария Новелла. У них такие. Это такие бумажки. Да, бумажки, их жжешь, и они пахнут. И они пахнут, они очищают дух, воздух. Угу. И я, да. Вот. Я их кладу в сумки старые, знаешь, чтобы перебить. Ты мне даже давала, да. Вот она лежит до сих пор. И я их кладу в свои... Блокноты? В книжки, в сумки, даже в одежду, в нижнее белье куда-нибудь там засуну. Да, она пахнет. Классно, я не знаю, в Москве, я знаю, есть эти серии аптек, тоже аптечные марки, как бы. А, ну вот продаются там бумажки, нет, напишите нам. А это я знаю, да, это прекрасный аромат. Ты купила мужу? Да, мужу, она такая пришла в такой коробочке, все так было красиво.
И он, но он, я его учила, как душиться. Потому что Петя надушился так, что, по-моему, весь офис. Однажды Петя надушился табаковой нивой. Ой, кошмар. Он, вот это, я говорю, Петь, ну нельзя же, да. Ну это же ужас, это у тебя голова заболит. Я говорю, а он говорит, как? Я говорю, вот ты пшикаешься и как перебрашь, и идешь. Он такой, вот так вот. В общем, ну такой присыпкой. Вот пахнет, да, детской присыпочкой. Такой пудровой. Ну присыпка. Вот у меня вот прям ассоциация присыпка и крем детский. Mm-hmm. Может быть, крем Нивея даже. Вот такая вот кремовость, но очень приятная. Хорошо бы было. У тебя тоже такая ассоциация? У меня? Да, понюхать. Одеколоны старые. У нас в Греции были такие одеколоны. Дать тебе Нивею понюхать крем? Дать тебе. У меня, кстати, есть. Ты пока говори, а я сейчас принесу. Хорошо. Ну, о нем? Оля, Аня, куда ты говоришь? Что это для тебя? Что это? А, для меня что это? Ну, у нас в Греции были такие, типа, одеколонов для старичков и старушек. Называются мирто. У них такой запах ядрёный. Это как флёт-оранж, такая вода от... Да, как эти деревья называются? Цветы. Апельсиновые цветы. Вот для меня да. Это вот какую-то такую ассоциацию вот этих всех вод. Так, угу. Будем нюхать. Ну, ассоциация вод... Ну, вот именно старых. Ну вот что есть. Ну такая, знаешь, такая бабуля, дедуля такой, такой добротный, такой кроват, бужу-бужу. Ну это для тебя мужской или женский все-таки? А, любой. Мне кажется, любой унисекс. Я такой бы, хороший. Да. Вообще все ароматы это так. Вот ты меня научила, мне, когда Петя подарил на день рождения Кармандер, я у тебя пробовала. Я обычно киком и шерри, я всегда вот, у меня так хорошо, или... На затылок, да, да, хорошо. Ваниль. А тут я пшикнула кармандером. Да. Такая мигрень началась. Бывают такие ароматы, бывают, конечно. И я стала на это, на руки или вот на копчик. Копчик вообще отличная идея, наносить аромат на копчик, если он очень стойкий, если он вас давит и до головной боли, то... Надо попробовать какие-то другие места. А так бы я бы их оставила и... Ну, другие места. Мне знаешь еще, что напоминает? Сама бутыль. Вот у нее здесь такая... Ага. Лалик. Да. У них вот все эти... У них на крышках... Ну, лалик вообще красота. Да. Вот эти духи, флаконы. А тут такое еще приятное стекло матовое. Так здорово его держать, трогать. Ну, пудренное. Такая как будто напудренная. Я залезла в сумку. И мы нашли, наконец-то, где в Сиднее продаются эти. Наконец-то их завезли в полном объеме в магазин, так что пойдем нюхать. Потому что ты это покупала вслепую. Я это покупала вслепую, я заказывала в самой Санта-Навеле. Mm-hmm. И мне вот послали эту... Из Мельбурна. Из Мельбурна ты заказывала. Да, 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 было. Вслепую. Вот. Мы Сиднея позади в этом планеты плане, все. Да, очень. Поэтому вы когда пишете, там, знаком ли я с таким-то домом, таким-то вот человек сидит, ничего у нас нету. Очень мало чего заводят. Вот я в 2005 году было еще меньше, и круассаны были похожи на батоны. Так что ничего. Не гневись. Да. Окей. Теперь вот это. Это Россия. Это вот Вика для меня. Вика, ты у меня ассоциация только с тобой. И как бы мне этот аромат не нравился, я его себе никогда не куплю, потому что это вот моя Вика. Ну, никогда. Не, ну слушай, он такой вот прям твой, мне нравится. Ну, состаримся, когда у нас будет это. Алцхаймер, забудем. Точно. Ну, если только так. Кейко Мичери Луку. Красиво. Ну что, я знаю, Вика любит ваниль, я знаю, Вика любит все прокуренное, и я знаю, Вика любит... Этот алмонд, миндаль, да, миндаль. Вот это вот прям миндаль. Ты знаешь, я не ожидала. Нет, я мне всегда казалось ваниль и ваниль. А потом уже когда. Марципанчики. Да. Марципанчики прямо. И вот пошли марципан. Это и у де ваниль у Сержо Лютена. Единственная Лютена. Да. Вот что я люблю. Отлично. Хотя у него есть и этот. Волчица.
волчица. Вот тут похоже. Ну, волчица. Вот лучше. На мне волчица потом раскрывалась такими, знаешь, мылом каким-то. А-а-а. И какой-то аптекой. Какими-то ватками спиртовыми с растворами, какими-то физрастворами. Ну, чем-то таким, вот, знаешь, вообще странно. Такая химия случилась. Вот она, эта волчица. Потом у Монталя есть Ориентал, который похож. Да, да, ты мне показывала. Да, это похож. И у Кико Мишери есть еще один. Вот я забыла, как он называется, но он тоже, тоже от, но тоже лукум, но там какой-то другой лукум. Они же были в других. Они сейчас, наверное, выходят в другие какие-то. Вот этот он был в таком, а сейчас я видела еще какой-то новый у них дизайн вышел. Что-то там все меняется, век мы опять. Опять же, вот у меня подруга, она архитектор, она работала в Дубае. Как только она видела, что я там что-то нахотела, так я пошла. У нас здесь магазинчик рядом, я пойду проверю. Дубай, ну что ты хочешь? Вот там так вообще вот. Все. Давай следующее. Что там у тебя? Следующий номер еще? Нашей программы у нас. Я сразу два. Это у нас менялки. Да. Да, да, да. Мы сегодня поменялись с Викой. Тише. Вика мне дала это, а я взяла, вот это. Ну, говори, что все. Вот я взяла гордыню. Шанелькину гордыню. Я все-таки взяла гордыню Шанелькину. Меняться хорошо, иногда, да. Знаете. Иногда надо. Надо. Даже надо, да. Даже надо. Даже надо, но... Я гордыня классная, я очень люблю гордыню, заскучаю, куплю еще, не знаю, ну, слушай, поменяться какой-то обмен, какие-то свежие восприятия нам нужны. И чем она тебе нравится? Она тебе еще она мне нравилась. Да. Да. Ну, на тебе мне много чего нравится. Ну, да. Гордыня мне нравится, ну, если меняться на что-то, что... Ну, я, наверное, себе бы никогда бы не купила, не дерзнула купить. Вот у меня есть Скарамандра. Ну, да. Ну, вот и все, и хватит, да. Как бы. А гордыня, она хотя... У тебя же есть маленькие. Да. Я нашла вот эти вот маленькие, маленькую серию, мне очень понравилась эта гордыня. У меня есть еще Cœur de Russe, сердце России, которое... Пахнет, как у Стравинского, я так считаю, она же на Стравинском, ну, все, но, по-моему, пахнет, как его, это... Папка для нот? Вот. Ну, такая. Да, такой пичулин. Ну, такое, да. Она вся такая ледер-ледер, как это? Кожа-кожа. Кожа-кожа. А иди сюда, на, нюхай. Тоже не нравится. Что тебе нравится? Да ему ничего не нравится. Это такой кожа. Не, лукум. А, лукум он, да, от лукума не убежал. А, в общем, мне гордыня очень понравилась. У меня ассоциация гордыня – это лето в Греции. Угу. Лето в Греции. Ой, я сейчас вспомнила. И цветут у вас. Цветут у нас цветут, эти гордыни. А у нас был кинотеатры под открытым небом летом. Был один кинотеатр, его снесли. Знаешь, такой Cinema Paradiso немножко. Класс. Был один старенький такой мужичок, у него были гордыни, он срывал, и каждой женщине, которая заходила в кинотеатр, он дарил гордыню. Красота. Но вот цветы гордыни для меня немножко, они действуют, опять головная боль. А это... Нет, вот сейчас я пшикнулась, она как-то так вот... Не, она тоже такая кремовая, хорошая. 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 А теперь на что менялись, собственно? Менялись на Родин. Родин или Роден? Родин. Ну, этого скульптура звали Роден. А это? Да тоже назовем ее Линда Родин. Ну, Родин. Родин Бис. Сейчас я вам могу. Бис. А, на Бис, короче. Менялись на Бис. Точно. Аплодисменты, салют. А, ну, это такая старая школа. Да. Это такое, знаете, вот прокуренное, почульное. Кожа. Уже кожа, наверное, да. Я еще не поняла, честно говоря, на что я поменялась. Но поменялись. Поменялись клево. Клево буду носить, потом вам расскажу. Вы? Да. Да. Я читала, когда только вышла. Она так его хотела. Она ходила, купила, так гордилась. И я смотрю, не пользуется. А вчера сказала, говорит, не могу. Да. Говорю, давай поменяемся на что-нибудь. Тебе новенькое, мне новенькое. Вот мы сегодня организовались. И прямо на тебе вообще.
Да, у меня, я пшикалась-пшикалась, долго ходила такая вся врана. Ты знаешь, когда? Все, наверное, с Леней. И опять же, я всегда вот где-то здесь или тут. И вот оно на меня прям... Мне истории понравилось, потому что Линда Роден писала, что она делала этот парфюм. И, про маму просто да. Думала. Да, ну это вот я... Да, вот у нее это... что-то такое, вот пару там... Мне очень было бы интересно, что же ее мама... Ну, очень на старые духи. Очень похоже на старый такой прям. Какой-то, знаешь, вот вроде бы этот, и тот, и вроде бы и не тот, вроде бы и Balmain, вроде бы и Шанель. Это... И не... Хорошо. Вот, да. Ну, такой. Ну, туда, туда. Если винтаж не любите, даже, наверное, пробовать не стоит, мне кажется. Если не любите вот эту винтажность. Ну, такое. И тут еще какой-то это, или цветок? А давай посмотрим. Мы сейчас посмотрим на это. На фрагрантики. Да. Но мне нравится само вот, вот сравнить даже с теми же самыми Шанель. Мне сам бутыль нравился. Мне нравился, что он небольшой. Угу. Мне нравится, знаете, вот, вот огромные. Мне даже гроссмейстеры, мне нравятся маленькие больше. А гроссмейс маленький, это экстракт духов вообще-то. Ой, мадам. А потом? Мадам. Вот видишь, то же самое, как и Шалимар. Это вот чем экстракт, это да, тем мне это лучше. Вещь. Так, фрагрантика. Да. Сейчас мы их найдем. Биська. Ой, как мне это. И знаешь, так вот почитаешь фрагрантики и так думаешь, да. Ну так. Ну это знаешь. Сейчас можешь совсем другие у нас будут ассоциации. Ну, интересно, все равно. Вот он, бис. Бис для женщин. Бис для женщин. Хотя, мне кажется, мускусный, да. Ароматический, амбровый, животный. Вот животный, вот он поэтому так винтажный. Такая хорошая животинка тут такая. Ну, никто ничего про него не знает. Это тоже очень хорошо тогда. Угу. Видишь, опять, мне нравится, когда какие-то ароматы, которых ни у кого нет. Лаванда, вот тут написано, лаванда. Что вы говорите? Оно, наверное, есть. Действительно. А лимон, лимон. Чувствуешь лимон? Конечно. Вот лимон. А еще тут это амбра серая, заметь. Чувствуешь, вот необычная, а серая. А как обычная? Вполне. А какая разница? Это вот, вот то, а что слушай, вот, они пишут, что, ага. И ты сразу такой, ой, а может быть и это, а может быть и это. А жасмин-то ты вообще тут чувствуешь? Жасмин точно, у нее да. Этот бис же вышел у нее с маслом. Масло, кстати, охренительное. Вот я масло, говорить. Вот это вот, все масло я использовала, да. У меня осталось только эта банка. Я все масло использовала. Да ты что? Да. Я ходила, я помню, дорогое оно такое. Оно уже. Да все, и это тоже. Да, кошмар. Ну такая линейка у нее. Хотите, берите. Ну такая она определила, что вот будет так. Ну, животный, животный аромат. Так что да. Видишь, нашли, что и лимон тут, и лаванда. Ой, вообще, свезло тебе. Представляешь? На этой прекрасной ноте, наверное, мы закончим наше интервью. Проверю. Все, Елизавета, Анастасия, спасибо. Хорошая, не хорошая. Классная, классная сумка. Весёнкая. Все. Ну, в общем, в целом, спасибо за внимание. Спасибо за внимание. С вами были Аленка Блок, Виктория Харалабиду. Всем пока, чао-чао.